Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор сайта «Избавь зале». Сейчас мы с вами свяжем очень интересный фанговый образец. Для работы потребуется линейка 1 к 1, 1 к 3 и обычная для того, чтобы мы могли сдвигать все иглы вместе. Так, берем линейку 1 к 1 и выдвигаем по рапорту иглы. Вторая и, ориентируясь на нее, весь ряд. Провязываем отделочным цветом 2 ряда. Все иглы возвращаем в рабочее положение. Проверяем язычки, кому надо. Второй ряд. Берем линейку 1 к 3. Выдвигаем третью иголочку в переднее нерабочее положение. Ориентируясь на нее, весь ряд. Вторым цветом основным 2 ряда. Возвращаем иглы на место. По рапорту смотрим, что у нас дальше. Линейка 1 к 3. Ставим переднее рабочее положение, четвертую иглу, сдвигаем весь ряд первым цветом, 2 ряда. Самый простой фанговый образец. Проверяем все иголочки. По рапорту выставляем переднее нерабочее положение, вторую и третью иглу. И линейкой двигаем все вместе. Если у вас нет такой линейки, пользуйтесь наборной. Если нет, в принципе, можно и руками, но если мы будем двигать руками такое количество игл, можно сбиться. Поэтому фанговые рисунки, повторяющиеся по одному рапорту, лучше выполнять при помощи линеек. Так, следующим рядом у нас идет линейка 1 к 3, первую петлю вперед, весь ряд, и следующий цвет. Так мы и меняем два цвета, первый, второй, первый, второй. Этот образец совершенно не представляет никакой сложности, интересен он совсем другим. Так, вторая игла, следующий цвет, два ряда. И последнее, что мы делаем, выставляем линейку 1 к 1, первую и последующую иглу. И отделочным цветом 2 ряда. Раз, два. Поставили все в работу, в рабочее положение, 2 ряда основным цветом провязали на всех иглах. Так быстренько мы с вами провязали целый рапорт и повторяем нужное количество раз. Получается достаточно пестренький и интересный рисунок. Такие вот звездочки. Звездочки со снежинками. Маленькие снежинки вокруг звездочек. Очень интересный рисунок.